Ну, пot spun că a fost greu și ușor. La o poziție neutră. Greu azi a fost lupta cu nisipul. Nisipul după ploaie o leac s-a bătut. Mai greu de ridicat. Asta a fost cel mai greutate azi în fotbal plajă. Играли против сборной. Что тут говорить? Плюс еще легионер. Уровень подготовки команд, у них все были возможности полгода ездить на какие-то турниры, что-то где-то участвовать, там, не знаю, за свой счет, за счет федерации, это их не проблемы. Ну, это фактически сборная, мы играли против сборной. А у нас возможности тренироваться, ну, просто нету, потому что то поле занято, то игры, то дождь. Сейчас такие погодные условия, что не можешь, когда тебе график тренировок есть, ты не можешь тренироваться, просто элементарно. И я считаю, очень неприятное ощущение от игры. Считаю, что такая команда, сборная, она должна была технически просто у нас выиграть. Первый тайм ничего не могли сделать, потом пошли просто рубиться.